Всем привет, это Agents of Vect, и у меня продолжаются московские гастроли. Мы сейчас на большом командном турнире в клубе Goldfish, это второй день, это турнир чемпионов, так называемый. Первый день у нас была премьер-лига, где мы выступали в команде Enclave. На второй день мы остались, чтобы попроксиботить. Тут сейчас соревнуются команды такого, новичкового, что ли, уровня, хотя, я не знаю, насколько это новички, когда они приходят во всеоружии на командный турнир, в спортивную атмосферу, готовы рвать своих оппонентов. Ты уже не новичок, ты уже тертый калач, так что давайте посмотрим, что из себя представляют эти парни. У нас сейчас будет партия против сестер битвы, как вы уже догадались из названия. Растирочки я обязательно прикреплю. Смотрите их в описании под видео. Мой ростер, в общем-то, не изменился с прошлого раза, потому что других миник я в Москву не брал. Каким ростером я играл в команде Enclave на первый день, таким же я и продолжаю играть на новичковом турнире. Извините, ничего фанового, с собой уже места в чемодане не хватало взять. Вот. А у нас сестрицы битвы и ростер. На самом деле ростер вроде бы не самый метовый, потому что у нас отсутствуют новые юниты, типа Морвейнваль, какие-нибудь там селестианки, знаете ли, с алебардами, какие-нибудь батлсьюты с мультимельтами и хэви-болтерами. Вот этого ничего здесь нету. Есть старые добрые сестрюни, каких мы знаем, каких мы любим. И давайте же на них взглянем поближе. Расстановка, миссии и все такое. Давайте смотрим. Первый тур второго дня турнира в Москве. Теперь мы прокси-боты, но вы это уже в курсе. Против нас сегодня Федя, привет! Сестры. Он сейчас пока думает, ставит последние юниты, я поставил свои. У нас Vital Intelligence, кривые линии. Вот здесь вот у нас пятерка мандрейков заинфильтрилась. Два Равагера, Труборны и Скорджи. Вот здесь вот у нас Дразар, пятерка инкубов, пятерка Вичей, пятерка инкубов Архонт, пятерка Вичей, десятка Вичей Суккуба. Вот здесь десятка Вичей и Гомункул, который по Дарк Криду. Здесь у нас, естественно, на точке, на домашней, пятерка Вреков. Примерно так вот у нас выглядит диспозиция, диплойка отмечена. И сестры. Здесь вот у нас пятерка сестер с мультимельтой, тактические сестры. Здесь два отряда Репенти с госпожой Репенти. Еще кто-то есть? Пятерка сестер с мультимельтой. Ага, пять сестер с мультимельтой, экзорцы. Как его? Экзорцист, да. Мистер Орган. Здесь 10 ретрибьюторок сидят. Два отряда по 5. 20 сестер, Диалогус, Аптекарь. Две Канонессы. Канонесса, ага. Палатина. Палатина, Канонесса. Ага, Доминионка. А где вторая Канонесса? Вторая Канонесса, кстати, вот тоже здесь. Вот здесь. Вот она. А как закачана вторая Канонесса и первая? Вот где, где? Вот эта Канонесса морталки раздает? Нет, это с Блэс Блэйдом, словом императора, реликом на трансхуман до пунду в сейф. Ага, и понял. И трейтом на чардж после адванса и доп. Атаку. А вот здесь? А это Канесса с трейтом на инвуль, одноразовыми морталками, инферно-пистолетом и чейс вардом. Ага, понятно. Миссии мы выбрали следующие. Значит, я выбрал античетверти, убивать персонажа и миссионочку здесь. Мой оппонент выбрал сестринку миссию на контроль точки. Сейчас покажу, какую надо. Дальше, что это? Ага. Так называется новый четверть. Четверть и убийство техники. Вот. Я думаю, что нам надо бодаться вон за ту точку. Вон за ту точку. Там мандрейки у нас стоят, тут 20 сестер, они нам не нужны. Все, теперь кто первый ходит? Бросок на скилл. Один, два, это я. Здравствуйте. И какая у нас ситуация? У нас с одной стороны стоят все практически персонажи и двадцатка сестер, конечно, двадцатка сестер в ауре. И, скорее всего, они будут у нас стараться вот в этом верхнем углу что-то контролировать. Скорее всего, сразу обе точки. Нам нужно послать туда какую-то часть своей армии.
чтобы как-то с ними разделаться. Плюс я ожидаю, что вся драка у нас как-то сместится, все вот эти вот репенти, весь десант какой-нибудь пойдет именно на ту точку, которую я указал оппоненту, его миссионная точка в нижнем углу, где у меня сейчас мандреечки стоят. Вот, это мы ожидаем. Первый ход мой, мне это не очень пока что интересно, поскольку встал я, в принципе, довольно уютно. Хотелось бы, чтобы сестры ко мне подошли поближе, чтобы уже их почаржить спокойненько. Но, тем не менее, первый ход тоже хорошо, поскольку у меня есть шанс первого удара. Сейчас мне нужно попытаться опрокинуть экзорцист, мне он неприятен. Попытаться опрокинуть Рину с ретрибьюторками, мне их мультимельты вот здесь. Вот просто я не хочу эти мультимельты. Плюс у моего оппонента миссия на убийство техники. Нам надо как можно скорее начать потрошить ретрибьюторок. Этим мы и займемся. А еще у меня хитрый план, чтобы просунуть гомункула поближе к раздатчикам аур, отключить с помощью релика ауры у какой-нибудь из девчонок, и что поможет ослабить большую двадцатку сестер, и мы перемолим эту двадцатку сестер одной десяткой вечей. Но вторую десятку вечей мы туда тоже отправим для подстраховки. План, в принципе, таков. Да, да, да. Погнали. Наш первый ход завершен. Рейдер с Архонтом остался здесь на точке. В Рэке делают миссионку. Здесь мы Вичей с Суккубой сюда уехали. Оттуда на точку встали. Здесь Скорджи вот отсюда вышли сюда. Бахнули в ринку, там что-то 4 дамага нанесли. За Fire and Fate ушли. Дальше вот этот рейдер ринку взорвал, выпали ретрибьюторки. Дальше из ланцов мы достреляли один отряд. Здесь вот мандрейки вышли вот сюда, бахнули сюда, осталась одна, за Miracle Dice на двоечку ледак прошла. Все, теперь ход сестер. Сестры походили, и вот что у нас получилось. Вот здесь вот выехал экзорцист, я подставил жопу рейдера, и в него разрядилось. Короче, основное орудие оставило в двух вундах, и счастливый хэви болтер его добил. Вот здесь мультимельта не стала ни в кого стрелять, просто поставила скрэмблер здесь. Не стала нам точку срать. Вот здесь двадцатка сестер, ну и вся там мишура из героев подошла сюда с адвансом на 3, что ли, дюйма. Значит, стрельба из болтеров у нас шла по скорджам. Я включил плюс один к ковру, потерял только одного от целой кучи болтеров, да. Ретрибьюторши мне постреляли. Здесь убили Равагер. Чарубами добили 3 скорджа здесь. Спасибо пятым инвулям. Вот, и отсюда мельты, и какая-то еще с ретрибьюторши. Вот здесь вот мне рейдер взорвала, там что-то, сколько-то вечей погиб, одна что ли. Вот, такие дела. Весь салат из репентий стоит здесь, контролирует точку. Ну и оппонент мне настрелял техники, и, в общем-то, все, настрелял мне техники оппонент. Скрэмблер поставил, да? Ну что ж, мой план по засыланию вечей на двадцатку сестер пока в процессе. За один ход вот так вот просто нам его выполнить не удастся. Мы только подъезжаем. То, что взорвали один рейдер с вечами, это в принципе так и должно было быть. Я его прям даже специально туда поставил, за эту стенку, чтобы я ожидал, что он лопнет, и мои вички спокойненько за стенкой встанут, и никто в них болтерами стрелять не будет. Скорджи молодцы, помогли бахнуть ринку. Мы начинаем идти в соответствии со своим планом, бахнули ринку, начали колупать немножечко ретрибьюторок. Орган нам взорвать не удалось, потому что он был очень хорошо спрятан, да, но зато он вот выехал на свой ход, открылся, бахнул мне Равагер, к сожалению, да, вот они, сестры могут. И для меня таким небольшим сюрпризом было, что репентии никуда не пошли. Мой оппонент не стал пока что ломиться и перехватывать свою миссионную точку.
приятно, кстати, когда мандрейки могут пострелять. Они не ставят сейчас скрэмблера, а спокойненько стреляют по сестрам. Осталась только одна девчонка. Эх, бы ее сейчас еще почаржить. Но с другой стороны, я начинаю подозревать, что очень зря я взял миссию на убийство персонажей. Мне надо было брать классические скрэмблеры, античетверти, миссионка. Вот, вот так мне надо было делать. А я что-то не знаю, какое-то затмение в мозгу было. Почему-то я сделал именно так. Думал, ну, очень много персонажей. Возьму-ка ассасинейт, как ворвусь, как всех поубиваю. Давайте посмотрим, ворвусь или поубиваю. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Давайте, я жду. Наш второй ход. Рулеточка. В рейке здесь продолжают делать миссионочку. Здесь отсюда рейдер укатил сюда, отсюда рейдер укатил сюда, встал за стенку, никого не видит. Дрозарыч внутри сидит. Храбрый Скорж вот сюда встал за стенку на точку. Труборны проехали и уничтожили с двух ланцов, то есть с лодки из самих труборнов, тот экзорцист. Здесь мандрейки уничтожили последнюю сестру. Ну и самое интересное было здесь. Здесь вичи прошли с адвансом. Отсюда высадился гомункул и вичи. Почаржили. Вот эти вот вичи здесь перепрыгнули, завязали здесь. Гомункул отключил ауру на 4 инвуль, то есть до 5 понизил. И отключил обсек у этих женщин. И, собственно говоря, осталось только 4. Осталось 5. Одна провалила ледак, разлочилась здесь. И все, мы завязали вот этих и вот этих. Завязанный стоит вот этот отряд. Гомункул тоже молодец. Две морталки еще нанес Канонессе. Все, я вначале получал 15. Сейчас мой оппонент получает 5 за контроль этой точки. У меня стало 30 пм, а мне полдайся. Второй ход сестер. Пришли резервы. Что у нас здесь было? Ну, начнем вот с этого края. Здесь отличный адванс на 6 дюймов. За вот этих репентий. Естественно, они получили пинок от госпожи. Потом они почарджили. Очень хорошо почарджили этого скорджа. Этих мандрейков. Они их убили. Встали здесь. Точку мне переконтролили. Перескорили. Здесь пока все в порядке. Пока все в порядке. Это мы здесь так стоим. Здесь у нас из аутфланга вышли крестоносцы. Но, кстати, они вышли из аутфланга в моем деплое. Это нельзя так делать на второй ход. Это мы сейчас, они... сейчас мы их переместим куда-нибудь. Они хотят поставить скрэмблер, наверное, где-нибудь поставят. Так, дальше. Вышли зефиримки. Почарджили сюда в красных вичей с реролом. Дочарджили. Дальше вышли сестры из аутфланка. И все у нас расстреляло десятку вичей беленьких. У нас все почарджило гомункула. Зефиримки почаржили здесь вот этих вот сестер. Что? Сестер. Вичей. Вот эти вичи у нас кусили 4 модели, по-моему, с этого отряда. Суккуба у нас уничтожила доминионок. Отсюда вот они там почаржили ее. Уничтожила их, но потеряла одну рану. И вся вон та вот королевская... Канонесса там плохая. Госпитальер, палатина и просто сестры, которые из аутфланка пришли, нанесли гомункулу 3 раны. Он в ответ всего лишь одну рану снял с госпитальерки. Здесь мне все точки они перескорили. Хотя вот тут рейдер стоит. Гомункул у нас окруженный. Надо как-то вот теперь его, видимо, вытаскивать. ЗЦП, может быть, из коробочки. У нас потому что ланса тут простаивает. Ну и такие пироги. Эх, как я люблю эту фразу. Вот, ну, соответственно, я на начало своего хода получаю 5 очков, потому что держу только здесь. И за миссионку только одно получил, потому что вай-вай-вай. Надо избавляться здесь, потому что он заскорил свою миссионную точку, наконец-таки. И там еще один отряд репентий на подходе с госпожой и вот этим всем. Может быть, скриниться надо. Ну, подумаем вместе потом в комментариях. Ну вот и смотрим. Я лодки со своим начальством начал перемещать в сторону миссионной точки, да, как знал, как предвидел. Ну потому что сейчас у моего оппонента выходят резервы, фиг его знает где он. Я бы на его месте начал драться и доминировать именно там, потому что там присутствие у меня довольно-таки слабое. Если там закрепиться, начать ее скорить, будет нормально. Вот. Но тем не менее, он высадил свои резервы там, где он их высадил. Вот десятка вичей у нас, да, вот эти вот белый отряд, да, помеченный белыми сквад-маркерами, они остались в голом поле, хотя я завязывал, да,
Я вязал ими сестер, но сестры разлочились, они сбежали на ледоке, там вот эта вот моделька, и все, стреляй, не хочу. Вот тут как бы, вот когда твои вичи разлочиваются, у тебя культ оф страйв, ты просто еще раз прожимаешь стратагему на подраться дважды, ты заходишь в какой-нибудь другой отряд, даже если ты его не чарджил, ты их не бьешь, ты просто стоишь рядом с ними, лочишь их, не даешь им отступить. Но тут-то сестренка у нас на мораль фазе ушла, я не могу прожать эту стратагемку. В общем, печаль, беда. Вот как мы видим, от этого отряда ничего не осталось, пришли зефиринки, тоже всех убили, гомунку у нас окружен, он в говне. И теперь суккубка стоит одна, ей надо что-то делать. Миссия у меня убивать персонажей, хотя с другой стороны стоят еще зефиримки, которые очень мобильные, которые могут улететь уже на другой конец поля боя, еще почаржить с реролом, потому что у них рерол. Скорее всего, надо избавляться от зефиримок. Это вот такой задел на будущее, чтобы они мне потом не портили игру. Вот! От репентий, от вот этих репентий мы сейчас избавимся. Я, конечно, я был доволен тем, как я поставил скоржа за стеночку. Он классно стоит на точке, ее контролирует. Однако лак на кубах у моего оппонента позволил его репентиям подойти очень быстро, поадвансить и почарджить. А и там еще вторая волна, там еще одна волна репентий, и мне сейчас как-то надо встать так, чтобы эту ошибку не повторить, чтобы они еще раз меня не дочарджили. Убьем этих репентий и встанем хорошо. Вот такой план. Давайте на это смотреть. Мой третий ход. И что здесь было? Вичами высадился сюда, встал. Дразарчик. В общем, инкубы здесь все еще есть. Вичи вот сюда пришли. Дразаром одним вырезал всех репентий, потому что еще их труборные обстреляли. Вот здесь с ланцов мы уничтожили две ретрибьюторши. Суккуба уничтожила зефиримок, встала в ретрибьюторш. Был великий соблазн остаться на точке как-то, либо пойти убивать персонажей. Гомункова убили, он встал в одной ране и не дерется сегодня. Вот такие дела. Здесь вот, значит, рейдер отъехал отсюда подальше, сюда встал. Да, вот этих крусадеров здесь нет, но они сейчас выйдут. И скрэмблер он тогда там поставил. На конце я сделал античетверти на 4 очка. Вначале я получил только 5. Сейчас мой оппонент получает 10, потому что там раз и два точку он контролирует. А вот это все уже нет. Вот, персонажей я еще не убил. Такие дела. Вот, так и вышли здесь вот эти вот товарищи крусейдеры, поставили свой скрэмблер наконец-то. А здесь у нас что было на вот этом театре? От суккубы отступили ретрибьюторши, да, суккубу расстреляли все, гомункула тоже убили со стрельбы, уничтожили. Вот здесь вот вторая пачка репентий. Хорошо вышло, хорошо дочарджило с реролом, вичей всех убило, в дразар они стали заходить. Точку мне здесь опять заперескорили. Вот пока что у нас все дело. Мой оппонент на начало десяточку, да, контролировал. Что еще выполнил? Скрэмблер вот здесь выполнил. И я снова 5 очков получаю. 5 очков по первичке. Вот это... Я получил 3 за контроль. А, вот, и 3 здесь. Ну, смотрите, я сам себя не слушаю. Я дал этим репентиям снова себя почарить. Снова они засрали мне скоринг этой точки. И еще, мало того, что они скоринг точки засрали, так они мне еще одну очку по миссионке засрали, которую миссионку делают у меня в рейке. Вот там молотят, сидят. Экшен делают. Сколько точек я контролирую, столько очков получаю. Меньше точек, меньше очков мне, хуже идет игра для меня. Плюс гигантская ошибка с моей стороны была то, что я не высадил труборнов. Высадил бы труборнов, а не обсек, они бы не отдали эту точку моему оппоненту. Все, был бы профит, был бы шоколад. Но нет, туплю, ошибаюсь, за это плачу. Вот, крусейдеры вышли в моей деплойке. Кого на них теперь отправить? В реков нельзя, в рекам нужно делать экшен. Поэтому попробую рейдером их задавить. Может быть, ланцой стрельнуть, может быть... рукопашку задавлю, да по-любому задавлю. Ну, как-нибудь подстрахуюсь, да, одного точно со стрельбы попытаюсь убить, а второго я уничтожу в рукопашную. Ну, без проблем пока так. Вот от этих репентий мы сейчас избавились.
Все, больше ни одного очка за эту точку мой оппонент не получит, поскольку у него мобильные юниты кончились, у него остался конклав героев где-то там, и мне надо теперь думать, решать проблему, как отхватить хотя бы парочку героев из этой кучки. Возможно, мне придется садить Дрозара в лодку и отправлять его через аутфланг, потом высаживать, потом чарджить, каким-то таким образом убить хотя бы одного, двух, трех всех героев. Ну, давайте играть дальше, посмотрим, что будет. Наш четвертый ход. Здесь в реке немножко отошли, снова делают миссионку вот здесь. Значит, рейдером подошел сюда. Вон тем рейдером, это пустой рейдер, подошел сюда, мы стреляли, слонцов убили одного, с черджа, молодец, три раза попал, три раза пробил, убил один раз только. Да, и все, четверть освободили от назойливых крусейдеров, здесь высадили пятерку инкубов и вместе с труборными, труборные встали на обе точки, инкубы уничтожили репентий, а вот здесь стоял рейдер. Внутри Дрозар, пятерка инкубов и Архонт. Я его в аутфланг увел, чтобы на пятый ход убить всех героев моему оппоненту. Четыре очка за античетверти получаю. И как бы вот мой оппонент получает десяточку, потому что три точки скорит, я три точки скорю. Четвертый ход сестер. Все, что сделал здесь, это подняли две мультимельты, и эти мультимельты мне здесь рейдер уничтожили. Вот, так они стоят вон там, поставили последний скрэмблер, три точки заняли, и, в общем-то, в принципе, все. Мы сейчас пятый ход, пробуем что-нибудь сделать, и пока-пока. Так, ну, вроде в этот раз я себя послушал, сделал как надо, высадил труборнов на точку. Ну, теперь нам здесь угрожает только разве что какая-то мелкая стрельба болтеров. Если пятерка сестер с домашней точки выйдут из-за стены, начнут по ним стрелять, как-то урабатывать, но много это им не принесет. Вот, крусейдеров уничтожил. В рукопашку рейдер справился, отлично. Там был высокий шанс обосраться, но пронесло. Вот, теперь нам остается надеяться, что Дрозарчик, Архонт и Инкубы у нас на пятый ход вчаржатся во вражеских персонажей и порубают их в капусту. Ну, а больше нечего сказать. Мы разместились уютненько на миссионной точке моего оппонента и соседней с ним, и оттуда уже никуда не уйдем. В его домашнюю туда деплойку суваться не будем, нам это ничего не даст. В рейке работают, продолжают делать экшен. Ну что ж, посмотрим, чем все кончится. Давайте, последний ход. Пятый наш последний ход. Мы что особо сделали? Три очка я за миссионку получил сейчас. Дальше здесь стоим, все держим, контролируем. Там все живо, в принципе. Я вылез из рейдера, вышел рейдера фланг, дочарджил инкубами и дрозаром. Уничтожил, к сожалению, только одну палатину и инкуб. Это не вичи, короче, инкубы. Я поставил вичей, потому что не лень было лезть за инкубами. Вот, там я уничтожил только одну палатину и отряд каких-то сестер трупсовых. Но мне это, по идее, ничего не дало. Я хоть на свой конец своего хода эту точку перескорил, но на конец вражеского хода там Objective Secure меня долбит. И мы, в принципе, считаемся. То есть пятый ход сестер нам ничего не дал. Мы уже просчитали, что он не убил мне вот этот рейдер, потому что ему надо убивать технику. Я там минус 2 хит повесил, он не попал. Вот и все. Такие, ребята, дела. Итого наш счет 61. У кого? 67? 67 на 71. У меня 67? Да. Нет, у тебя 71, у меня 67. У меня 71, у моего оппонента 67. Спасибо за игру. Это была ничья, это было отлично. 10-10 у нас счет. Ну, типа, ок, хорошо. Я на то и рассчитывал. Какие жалкие оправдания. Я рассчитывал победить на самом-то деле. Но нет, не удалось. И давайте подумаем, почему. Почему мне не удалось победить? Во-первых, вышеупомянутые ошибки. Да, один раз не высадил труборнов на точку, не высадил Objective Secure, эту точку потерял, лишился. Дал себя почаржить. Да, то есть, в принципе, я знал, что вот эти вот самые репентии чаржат после адванса. Но я как-то померил, да, что там плюс, минус, тыры-пыры, вот им
очень много надо. Во-первых, отличный чардж прокинуть, потом отличный адванс надо прокинуть, чтобы до меня добраться. Вот. Либо, если вставать совсем сейвово, чтобы они до меня никак не могли добраться, это надо игнорировать точку. Игнорировать точку соседнюю с миссионной. И как-то я подумал, что да ну нафиг, вот не может у него быть хорошего адванса, а потом сразу хорошего черга. Чувак, да все может быть, это сестры, у них Miracle Dice, ну елки-палки, и два раза на одни и те же грабли наступил. Вот, это из тактических просчетов. Плюс, наверное, глобальный такой стратегический просчет есть. Да, а вот, миссия на убийство персонажей. Ну, чувак, возьми ты старые добрые скрэмблеры, да сделай себе 12 очков. Пожалуйста, ты на персонажей тоже 12 очков можешь сделать, но это надо сконцентрироваться и их убить. Но вот, видимо, с утра я не совсем проснулся, не совсем у меня голова прояснилась, что можно было взять все мои любимые миссии, плюс здесь миссионочка. Как миссионочка хорошая, все, не надо никакой ассасинейт выдумывать. Скрэмблеры, античетверти, миссионка. Набор джентльмена, но нет, я что-то вот как-то это проглядел. По-любому, ведь я еще скрэмблеры бы начал ставить, да, потому что я их всегда ставлю. Я бы начал, о, чувачок делает здесь скрэмблеры, а нет, я эту миссию не взял. Вот так вот. Ну, такое у меня бывало и будет, наверное, еще неоднократно такие просчеты, но тем не менее. И я неверно предугадал действия своего оппонента, потому что я ожидал, что он начнет убирать свои силы с верхнего фланга, где у него двадцатка сестер стоит. Забьет он на эту двадцатку и все свои резервы, вот этих зефиримок, доминионок, и что у него там еще в резервах было, он сконцентрирует на миссионной точке, чтобы оттуда меня выбить, потому что в данный момент там мое присутствие было таким очень слабым. Я туда прицеливался, я туда вот собирался идти, но виду-то не показывал. Я был на подхвате и туда, и сюда. Вот, он этого делать не стал. Да и в принципе, я бы не сказал, что он жестоко за это поплатился. 6 очков с этой миссионки он себе урвал благодаря двум великолепным действиям своих репентий. В один ход и во второй ход. Адвансы и чанжи, это все сработало как бы у него. Вот, отсюда и 10-10. По идее, вот почувствовать мне, вот почувствовать по его действиям, что он не собирается на свою миссионку, что он мне сдает, что он как-то будет репентиями там пытаться каким-то одним отрядом, я бы все-таки сконцентрировался на том верхнем фланге. Я бы туда инкубов закинул, там еще Гархонта обязательно закинул, чтобы никакого перехвата, перемолол бы там всех бы, все резервы, всех персонажей, все, вот это вот все бы уничтожил и был бы счастлив. Не дал бы там ему ничего контролировать, сделал бы много очков, поставил бы скрэмблеры и взял бы победку, ну, очков 16-17 бы точно, наверное, приобрел. А так 10-10. Вот и все. Но, тем не менее, мой оппонент показал, что Дарк Эльдары ему не страшны, он их знает, он знает, чем они играют, какая их тактика. Играл сейвово, играл, в принципе, красиво. Он показал нам отличную игру, затащил сложный паринг на ничеечку, за что ему бесконечное уважение, несмотря на то, что ну, команда вроде как новичкового уровня, и мы эту каточку у них выиграли. Ну что ж, спасибо, ребят, за просмотр. И да, вот один момент. Если вы заметили, какие у меня там подставочки для кубиков используются, какие у меня сквад-маркера, которыми я отмечаю разные цвета отрядов, то это магазинчик Proxy Works, где на 3D-принтере все эти аксессуары печатают. А вы можете попасть в этот магазинчик по ссылочке от меня, там специальная ссылочка, промокод AOV, чтобы получить скидку. То есть, если вы через эту ссылочку перейдете в этот магазин и что-то там купите, вы охренительно поддержите мой канал. Если у вас были вопросы, как поддержать мой канал, да просто купите что-нибудь в этом магазине, вы себя порадуете и меня в том числе. А теперь все. Спасибо за просмотр. Увидимся через неделю. У нас еще две игры на этом турике.